Последнее предупреждение. Закон о запрете на торговлю пивом в ларьках вступил в силу с Нового года, но до сих пор полиция выявляет тех, кто не подчинился. У таковых изымается весь нелегальный товар и налагается штраф. Не менее жесткую позицию к нарушителям пивного моратория заняла Ярославская мэрия. Те предприниматели, которые не исполняют законы и продолжают торговать алкоголем в нестационарных объектах, с теми предпринимателями будут договора аренды земельных участков расторгаться. За 3 месяца мы уведомление направляем о расторжении договора аренды, и данный земельный участок будет освобождаться от временного сооружения по истечении срока договора аренды.